Всем привет! Совсем скоро Новый год, и поэтому сегодня будем делать удивительные фонарики из бумаги. Яркие ажурные фонарики отлично украсят новогоднюю елку. Для создания одного фонарика понадобится бумага двух контрастных цветов. Вырезаем два прямоугольника. Прямоугольник меньшего размера склеиваем в цилиндр. Ну а большую часть придется сначала разметить. Отступив по 1 сантиметру сверху и снизу, проводим две горизонтальные линии. Отметим на линии слева 5 сантиметров. А на нижней линии отметку поставим справа. Начертим косую линию с одной стороны. Вторую с другой. Вырезаем. И этот отрезок размечаем по 0,5 сантиметра. Ставим отметки карандашом. По ним мы будем прорезать косые линии. Берем что-нибудь плотное, какую-нибудь досточку. И канцелярским ножом прорезаем полоски. Немного укоротим длинные клапаны. И склеиваем части, чтобы снова у нас получился цилиндр. И вторую. Вот такая ажурная штучка получилась. Вставляем красную деталь вовнутрь и подклеиваем. Так, вторую часть нужно слегка прижать и тоже приклеить. Наносим клей по краю и соединяем. Получился вот такой ажурный фонарик. Из узкой красной полоски сделаем для фонарика ручку, чтобы его можно было повесить на елку. Полоску приклеим вовнутрь. Ну что ж, наш ажурный новогодний фонарик готов! Комбинируя бумагу разных цветов, вы можете сделать удивительные яркие фонарики на новогоднюю елку. Понравилось это видео? Ставь лайк, подписывайся, если ты еще не подписан, и жду тебя снова на канале Game Julia. Пока-пока!